Утро выходного дня. Здесь кипит работа. Волонтеры сегодня за несколько часов должны успеть собрать продуктовые комплекты. В последнюю декаду Рамадана в Саратове началась реализация благотворительной акции «Корзина Рамадана». 13 апреля стартовал первый этап ежегодной акции. На средства, выделенные комиссией по закяту Духовного управления мусульман Саратовской области, были закуплены необходимые продукты. Продолжение ролика смотрите на канале Нур ТВ+ по этой ссылке.